Очень приятно вас видеть. Наша первая встреча. Уверен, что таких встреч будет много. Знаменательно, что мы встречаемся в рамках нашего мероприятия Тюркского совета. Мы трансформируемся в организацию, и, конечно, этот саммит будет иметь историческое значение для всего тюркского мира и для наших стран. Ну и хорошая возможность поговорить о двусторонних отношениях между нашими странами. Мы рассчитываем на активное взаимодействие по широкому спектру вопросов, политических, экономических, вопросов, связанных с гуманитарной сферой. По всему спектру вопросов, думаю, есть хороший потенциал. Уже были встречи на уровне министров иностранных дел и визит вашего министра иностранных дел в Азербайджан. Поэтому, думаю, сегодня мы дадим такой хороший импульс дальнейшему развитию наших связей на благо наших стран, народов, с тем, чтобы сотрудничество между нашими странами было полноценным и нацелено на конечный результат. Еще раз очень рад встретиться с вами. Спасибо. Приветствую вас, Ильхам Гейтарович. Очень рад нашей встрече, нашему личному знакомству. Кыргызстан и Азербайджан по поводу являются братскими странами. В Кыргызстане всегда рады успехам и достижениям братского азербайджанского народа. Благодаря вашей мудрой политике Азербайджан значительно укрепил международные позиции на мировой арене. Отношения между нашими странами основываются на прочных узах дружбы и братства, вытекающих из общности, истории, культуры, языка, духовных и религиозных ценностей. Фундамент современных межгосударственных отношений между Кыргызской республикой и Азербайджанской республикой заложил выдающаяся личность международного масштаба ваш отец Гейдар Алиевич. Память о Гейдаре Алиеве бережно хранят кыргызстанцы и дорожат его историческим вкладом в укрепление многовековой дружбы между нашими народами. Пользуясь случаем, хотел бы выразить вам благодарность за оказание гуманитарной помощи в виде 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Будучи не производителем вакцины и используя свои собственные запасы, Азербайджан сделал ценный жест. Рассматриваю все это как проявление дружбы и братства. Еще раз благодарю вам за помощь.